vamos. Vamos, vamos logo. Очень всем здорово, чуваки. В общем, такое-то дело произошло с моим прошлым стримом, не очень приятное. И теперь мне придется переигрывать все сначала, потому что у меня что-то... В общем, какой-то казус произошло. То ли с OBS, то ли хер знает с чем. Скорее всего, не с OBS, а... Ну, я не знаю, в общем, что произошло, но... Судя по всему, мне придется переигрывать все заново, ибо первые 4 главы похерились стрима, поэтому да. Не знаю, что произошло на самом деле. Вроде как OBS показывал все нормально, без потерь кадров, но на стриме были жесткие пролаги. Просто спайкало видео, дико... Не знаю, что происходило, но в результате придется сейчас мне перепроходить, судя по всему, с первой главы, потому что я удалил вводы, потому что их невозможно, в принципе, смотреть никак. И, в общем, стрим был заруинен. Ну, благо я прошел всего 4 главы, конечно, не так много, но надеюсь, что в этот раз этого не повторится, да. Такой вот неприятный моментик. Не знаю, вот сейчас вроде смотрю, вроде работает норм. Я сейчас специально открыл стрим. В этом. На Твиче. В общем, да, сейчас будем сначала проходить все. Так что я выйду на рабочий стол. Рабочий стол. На основной экран. Не знаю, что произошло, в чем проблема была. Но надеюсь, что подобной хрени больше не повторится. Так, ну сейчас я смотрю, вроде норм. Как бы нету таких спайков. Так что этот стрим будет скорее больше тестовый сейчас. Если все будет нормально, то будем продолжать. Но это, конечно, обидно, потому что я 4 главы прошел. И не могу сказать, что прям сильно охота перепроходить их заново, но я думаю, что скорее всего придется это делать. Еще жарко, пипец прям. Просто ад какой-то. Так. В общем, да, такие вот дела. Так что да, сейчас я приду, и мы начнем заново с первой главы, так сказать, все это проходить. Да, так и будет.
Так, все, я вернулся. В общем, да, сегодня будет больше такой тестовый стрим, потому что я не знаю, может быть, просто с этой игрой у меня какие-то проблемы, но в прошлый раз была какая-то полная жопа на стриме, и я, честно говоря, не понимаю, будет ли это в этот раз или нет, но сейчас посмотрим. Потому что я, честно говоря, 5 часов стрима потерял из-за этого, поэтому не хотелось бы, чтобы это повторилось. Так, новая игра. Да, давай новую игру. Сложно. Свободное приценивание, инвентировать. Нет, не надо. В общем, да, все придется смотреть заново, все катсцены, все с самого начала. Но что делать? Очень надеюсь, что в этот раз все будет хорошо, и стрим не будет спайкать, и все будет хорошо работать. Самое обидное, что OBS идеально показывал, никаких потерь кадров, ничего, то есть все было идеально, но на стриме была полная жопа и не знаю, короче. I'm just gonna get settled in. Так что да. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Конечно, можно было бы скипать кат-сценки, но раз уж я прохожу, буду проходить по полной программе, ничего не буду скипать. Все, буду смотреть опять же. Хоть я уже 4 главы прошел, поэтому, в принципе, стрим можно изменить на не blind прохождение, а просто. Ну, ладно. Хер с ним, я не буду менять. Пусть это будет blind все еще. Хотя, честно говоря, по второму кругу проходить, конечно, совсем не хочется мне, но что делать? Дерьмо случается, как говорится. Ладно. Посмотрим. Может, в этот раз опять же будет все спайкать, тормозить и я дропну Макса Пейна, скорее всего, тогда в таком случае. Ибо я понятия не имею, как это фиксить. У меня никогда не было таких проблем с игрой до этого момента. Вообще сегодня в идеале, конечно, было бы пройти до того места, где я остановился, до шестой главы, по-моему, если не ошибаюсь, или пятой главы. Ну, короче, там, где я обнаружил, что у меня все плохо на самом деле было. Вот. Но сейчас вроде все нормально работает. Но тогда тоже все работало нормально, и в какой-то в один определенный момент все пошло. Пизде. Ладно, посмотрим. Не буду слишком сильно ныть об этом. По фастику попробую заспидранить все этот момент. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Придется второй раз смотреть на алкаша Макса. Блин, так отстойная на самом деле эта херня. Блин, ну серьезно. Я очень надеюсь, что сейчас все нормально, все работает, как бы можно будет, скажем так, насладиться в полной мере стримом и ничего не тормозит, не спайкает. Плюс я, кстати, поставил нормальное качество исходное. Не Full HD, а стандартная HD-шка 60 пикселей. Ой, это 60 пикселей, 120 пикселей, в смысле 60 FPS. О, так что да. Должно быть, в принципе, более, скажем так, доступно. Но, опять же, никаких гарантий нет, что все работает. Все в любой момент может пойти не так. Фу, блин, жарко еще, пипец так. Ах, кошмар какой. Не знаю, я попробую сегодня спидранить до вот этого момента, но, честно говоря, не уверен, что получится. Чтобы потом уже на следующем стриме начать нормально проходить, скажем так. Заодно, кстати, я дособираю все эти золотые пистолеты, которые я не дособирал.
когда играл первый раз. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some Renaclan. Хотя, значит, давайте я поменяю название стрима, а то люди будут приходить, думать, что я блайнд играю еще. А это вообще нафиг не нужно. Скажешь, что вот, пиздобол. Думали, ты блайнд играешь, а это не блайнд. Давайте я уберу просто слово блайнд. Оставлю хард. Так, норм. Вот так вот будет лучше. Потому что эта часть не будет блайнд. Но потом, после пятой главы, будет как раз-таки вполне себе блайнд. Да. Так что... Так, я смотрю, вроде все работает, да? Все норм. Вроде тут все норм. Но пока что никаких спайков нету. Ни лагов, ни спайков, ничего. Так что пока что все... Цивильно. Ну, хз, я не помню, когда они в прошлый раз начались. Может, они позже начались. Я, честно говоря, не помню, в какой момент все пошло не так. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. Соседи еще курят, мать его, ублюдки. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Да, в общем, настроение у меня не самое топовое для игры, поэтому извиняюсь сразу, если буду много ворчать и ныть, но... I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection. С другой стороны, я знаю, что уже делать, как бы должно быть проще, по идее. По идее. One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now. Блин, ты просто здесь столько катсцен, на самом деле, так хочется скипнуть их все. Ну ладно, я буду молчать, все. Я заткнусь и буду терпеть все это. How's the cocktail? Пасос. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him, he's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though, big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. Прикольные шутки, кстати. Я первый раз, когда играл, упустил много. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician.
Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Блин, хорошо, хоть они обучение мне второй раз не показывают. Игра помнит, что я в нее уже играл один раз. Это прикольно. Так, стоп, а у меня сложность стоит нормальная, да? В смысле, хардовая? Да, хардовая. Блин, когда ты механики знаешь уже, конечно, приятнее играть. Я имею в виду второй раз даже как-то кайфовый. Так, нет, да, я помню, было. Где-то тут я упустил золотую часть, деталь какую-то. Я сыграю все еще. Еще разок сыграю. Не могу упустить такого шанса. It wasn't the time, and I was still a little rusty, but the tune was coming together. Just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt. Sooner or later, I'd have to go out there and see what was happening. Сейчас пойдем, Макс, подожди. Trashy magazines and pretty trashy people. I just hoped I could keep them out of the crime scene. Так, ну сейчас все вроде норм работает. На стриме никаких спайков я не вижу. Ну, на самом стриме, в смысле. Так что я думаю... The words on the bottle were different, but that didn't matter. В этот раз, я думаю, что все будет нормально. И мне не придется еще раз переигрывать игру. С первой главы. Так, ну ладно, я больше не буду вспоминать про этот момент. Чё толку-то бухтить про одно и то же. Представим, что этого не было. Я играю в первый раз. Блин, я помню, что где-то, по-моему, здесь была золотая деталька, ну ладно. Вообще, я неправильно помню. I remember it wrong. Я помню, что сейчас прикольный момент будет, когда он будет скатываться и стрелять. Это будет топовый момент. Or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Давай, давай. Блин, ну вообще крутяцкий момент, конечно. Tranquilo. Nós cuidamos disso. Nice work. What the fuck is tranquilo? Hey, you need a hand? No, you. Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move.
keep moving. I didn't want to fuck this up more than I already had. Подожди, fuck this up. Где-то здесь был, по-моему, этот... деталька была золотая. Во, точно. Ага, вот раз я тебя подобрал. Ну, зато есть свои плюсы. Будет еще одна, еще раз возможность переиграть эту шикарную главу в Джерси по крышам. Так что есть свои плюсы, так сказать. Даже в этом. О! А, да, это было красиво. That was beautiful. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. Блин, неудачно прыгнул. Fuck. Прикольная тема. Теперь-то я знаю, что надо обузить этот прыжок. Но первый раз я этого реально не знал. Блин, зря я прыгнул. Я думал, что здесь кто-то будет. Thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. О, FPS упало. Отлично. До 30. Another parking lot. Чего бы это? With gunfire. Was I too late? Блин, ну это топовый момент. Блин, реально здесь надо обузить этот прыжок в слоумо, короче. Это прям вот самый читерский момент в этой игре. На самом деле, реально. Четкий, четкий. Stay down, Mr. Bronco! Класс. Мистер Бронко! Это крутяк. Да, куда он денется, господи. Rodrigo was in the van. Maybe it was time to let him out. Да, ща выпущу. Здесь всё равно ни хера нету. Ай-яй-яй, блин. Блин, прикольно, аж на вылет прям. Насквозь, точнее. Не, ну конечно, хедшоты здесь очень смачные, очень четкие, что говорить. Там супер красиво сделано. Даже второй раз сыграть приятно, честно сказать. Не из-за сюжета, конечно, а вот именно из-за самих перестрелок. За экшен. Топчик. Мне нравится, мне нравится. Не думал, что второй раз понравится, но вполне себе заходит. Ну, в принципе, на таких диалогах я могу спокойно говорить, потому что я все равно один хер не понимаю, что они несут. Но на английских я постараюсь молчать, конечно. Fuck.
Did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police, but I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Блин, правда, еще придется проходить эту фигню на этом на стадионе. Стадион мне совсем не хочется проходить еще раз. Ну ладно, теперь-то я знаю, что надо обузить прыжок. Собственно, с этим знанием, я думаю, я смогу по-быстренькому пройти до того момента. В общем, да. План такой, да, пройти до того момента, где я, собственно, остановился, и остановиться на сегодня на этом. А это, значит, где-то пятая, по-моему, глава получается. То есть пять глав пройти на сегодня и закончить. Ну, я надеюсь. Вряд ли мне хватит сил еще на одну дополнительную. И с этим, я думаю, я был готов к бед. Не знаю, что произошло, конечно, на том стриме, сейчас не понимаю. С какого хрена он начал так лагать, когда все было идеально. Не знаю. Ну ладно, в принципе, какого хрена разница. Все, короче, я реально замолкаю, больше не говорим об этом. Скорее бы крыша и Джерс, и снег, и Нуар. Господи. Фабиана had brought her sister along, presumably so she could show off just... Блин, мне вот интересно, они такие думают, почему все хотят их похитить или убить? Блин, это в Бразилии, это, блин, в Сан-Паулу, где там процентов 70-80 нищеты, блин, этих фавел. Почему же, интересно, их похищают и убивают там, а? Может, потому что люди, типа, там, 99% нищебродствуют, блин. Я, конечно, не оправдываю это, как бы, ну, их поступки таким образом, но, блин, это... Как бы я, видя то, что сейчас я вижу, я как бы могу даже отчасти понять, почему они это делают. Ну, реально, блин. Как бы я бы не стал бы на их месте так себя вести, по крайней мере, не в Бразилии. В Штатах? Да, ладно, базара нет. В Лос-Анджелесе можно, я думаю. Да и то, какие-нибудь гопники строить смогут. Но все равно ссыково, что... Сыкова, что стрим спайкать может. Ну, я знаю, из-за чего это было. На самом деле, я пофиксил эту проблему. Теперь вроде как такого больше не будет. Да. А, еще же клуб будет до крыши, точно. А, еще клуб. Блин, клуб, наверное, мне нравится еще меньше, чем стадион даже. Не. Anastasia? Oh yeah, I know Anna.
nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio would be the best. Claudio? Fucking Claudio, he isn't very good. If he were, could he be in Barcelona, Milan? He couldn't even make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, I need the Caesar. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit, people. Fuck them, people get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Все-таки какие же долгие катсцены в этой игре, а? Просто жесть. Второму разу смотреть, конечно, тяжеловато, брать не буду. Но скипать ничего не буду. Все, смотрим. Будто в первый раз. Это тоже топовый момент. Ау. Тихо. А что-то их так много в этот раз. Вставай, Макс. Seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. Так, я помню, что здесь на время был сегмент, что если я буду тупить здесь долго, то мне гамму. I knew if I didn't get to the girl soon, да. Вот это причина, почему мне не нравится эта миссия. Мне нужно бежать вперед постоянно. Да блин, я не помню, куда. Наверх, что ли? Помню бы, куда бежать. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. Но вот раз, прям все отлично работает, поэтому. Хотя бы это успокаивает, ладно. Отлично. Назад прыгай. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. Ну да, в этот раз я умираю гораздо меньше раз, чем... чем прошлый. С допускной бравадой. Ачивку получил. The one thing I had in common with the clientele of this trendy hellhole. Some shared habits. A luxury I couldn't afford. Poor bastard's name was Claudio. I found out later he was a pretty big shot soccer player for the Galatians. Some nearly superstar just back from Europe. The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now was the one he'd be leaving in. I remembered there was a patio upstairs. About the only thing I'd managed to clock in that place was the smoking area.
Ау, ау, ау. Тихо, тихо, подожди, 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 подожди. Блин. Потратил все аптечки на них. Ай, нехорошо, нехорошо. Опять я эту крышу проходить буду. С большим трудом. Блин, взять узишку? Не. С пистолем победа. Sao Paulo's famous bodyguard, how's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, no, no. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got him. They came out. Yeah, they went that way into the lounge. Come here. Go, go. Get up. Get up. Can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. В этот момент я, помню, тоже помирал полно раз. А, еще один там. Вижу аптечку. Lost the boss's wife once this week. Now I was giving them two for the price of one. Подожди, ты, Макс, не торопи меня. Мало ли что здесь спрятано, блин. Ну что это? Куча деталей. Much as I like to indulge in self-reflection, this wasn't the time. Да нормально, во, я же говорил. За культом. В сортир на зеленой ручке зайти. Ты американ? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Por favor. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this, you know? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight in a disco. You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. I got a girl at college in Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? No, no, that's all right. Oh. Sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. Happy, healthy ex-cop? Give me a break. Врет он, типа, Макс говорит. Наебывает, однако. Нас. Чё, подожди, ткань, чё ткань? Я в прошлый раз пропустил ткань. Her fashion sense didn't leave a whole lot of room for imagination, let alone food. The girl sure knew how to draw the eye, and maybe that was the problem. But at least I was heading in the right direction. О, теперь идём. Que porra você tá fazendo? Como assim? Você tá com algum problema, cara? Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my two cents. Ах ты, говнарь, а. Так.
А, я помню, что здесь тупить тоже нельзя, здесь надо сразу бежать, по-моему. Да-да-да-да-да. Я помню. We're still alive, at least. This crew was starting to look a lot like friends of the gate crashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Как? Я же попал ему в голову. Что за фигня? Херово прыгнул. Воу, воу, воу. Блин. That was bad. Bad move. Вставай, еще лег, блин. Да как я не попал-то, господи? Ну, ёб твою мать. Как я ухитрился? Ну, просрал опять птичку. Параша. Хотя бы одна птичка есть. Так, ну здесь должны быть какие-нибудь эти... пейнкиллеры по-любому. This wasn't the time to be second-guessing myself. I had to hurry or I'd lose them. Да подожди ты, hurry. Тут до хера всякого кала. Бля, как туда залезть-то? Я бы еще пейнкиллеру... О! The one thing I had in common with the clientele of this trendy hellhole. Some shared habits. Так. Господи. Кто там башкой долбится, блядь? Чего-то конченый. А, господи, эти соседи просто уебаны. Что говорить? Просто пиздец, блин. Не везешь же с соседями, а? Походу реально бухие уже. Я просто в ахуе, извиняюсь, конечно, за мат, но это просто жесть. Да, куда идти-то? Люди явно плохо жара действуют. Идем, идем, идем. А, сейчас крыша будет. Крыша. Те самые душные крыши. Это отстой. Ну, теперь у меня хотя бы есть один пейнкиллер. At least I was getting shot at by a depressive psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. All I said! Jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, hola! Look, there they are. Come on, quick, get after them. Are you crazy? Ну, вот эта часть веселая, на самом деле, мне нравится. И как нравится. Да ёптать, я попал. Ладно.
Но все равно это лучше, чем просто бегать по крышам. Ну, в этот раз я реально помираю гораздо меньше раз. Первый раз. Да, нормально все, чё я... Да как я... Как я не попал? Я же был так близок и не попал. Ну, кто еще? Да, все нормально. Блин, вот сейчас будет душный момент, я помню, с ракетами, с этим. Неприятный. Не самый. Не самый. Приятный момент. Да, блядь. Нет, кранчец. Ну, да нет же ж, ёб твою мать. Да блин, я попал в него. Да все нормально. Ну! Да ёб твою мать, он трясется как... Чего? Все мертвы. Все нормально. О, господи. Вот этот момент душный. С ракетницей. Просто душнейший момент. Хотя не, в этот раз не такой душный. Не, на самом деле гораздо менее душно, чем я думал. There was a goddamn army of these goons. Clearly somebody wanted these girls bad. Or maybe they just assumed the Bronco security team consisted of... Вот сейчас будет моя любимая часть. На крыше. Красота. Бегать. По открытым пространствам. Отстреливать мопцов. Круть. А, нет, кстати, у меня нету этих... пейнкиллеров по сюжету здесь. Я просрал тогда пейнкиллеры? Да ладно. Вот я лошара. Давай, давай, иди сюда. Come on, man. Ну, где ты? Иди уже сюда. Давай. Что-то они в этот раз не хотят подниматься.
где еще? А, вижу. Тут немножечко оппозиционная битва. Чуть-чуть больше тактическая, чем такая традиционная, максовская. Но она правда работает здесь лучше всего. Давай лази, давай, где там? Так чел, ты серьезно, мать твою? Блин, я вообще не ожидал, что он оттуда вылезет. Вот говно взял, мне плохо пояснял. Я не ожидал, что он обойдет с той стороны даже. О, еще двое. Эй, чуваки, давайте сюда. Я с первого раза этот момент хочу пройти. Я не хочу застрять здесь еще опять на час. Тогда... Так, чувак с шотганом должен быть вроде. А, он еще живой? Нет, живой. Все. Отлично. Я уверен, что где-то здесь еще будет пейнкиллера, но... Я просто был невнимателен и не нашел. Так, на это он не может залезть. Ну да, здесь нет больше ничего. Так, я помню, сейчас чувак из-за угла выскочит. Давай, выскакивай. Говнарь, а. Нет, это была неправильная стратегия. Лучше бы я так не делал. Тихо-тихо. Блин. Ну ладно, еще одна из хилочки. Давай, вылази. Как мне не нравятся эти крыши. Серьезно. Ну блин, ну хорош. Прикалываешься, чуваки. Один там точно есть, я слышал. Он не сдох ни хрена. Так, секундочку, единственное, может я потише только звук сделаю. Музыки, по-моему, орёт, она прям пипец. Так, музыка. Хотя нет, вроде на шестерку. Я не знаю, я делаю на пятерку, на шестерку, она все равно орёт так, как будто, блин, на десятке стоит. Не знаю, короче, почему такая громкая музыка. Я стараюсь... Ага, вон он, я видел его, видел. Ага. Ну, отлично. Так, ну это вроде точно все. Вроде бы. В прошлый раз там остался чувак в красной этой майке, я чуть не пересрался от него. Того, что он там остался. Да, в этот раз его нет. Отлично. Хорошо. Прыгни сейчас вперед. Прыгай, Макс. Да, мне пипец. Или нет?
Фу, тушный момент вообще. Неприятный. Неприятный. Еще хилок не дают вообще здесь. Давай, бегите. Давай, 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 вылази. Куда ты хочешь? Я вижу, урод. Лол. Ага, я вижу твоего друга. Ретарда. Еще один. Еще как минимум один. По-любому. Вопрос, где он? Блин, это точно не все, потому что, блин, последним показывает камеру. Ну, это... Где же еще один-то? Блин, вот сейчас это... он последний убьет меня как раз, вы смотрите, а? Реально, прям скриньте этот момент. А, вон он, вижу, вижу. Не-не-не-не-не, я сделал тупость. Блядь, сука. Какую хрень я сотворил, а? Ну, твою мать. Какую тупость сделал просто. Мега тупую тупость. Сейчас бы прошел бы этот момент уже, а? Шесть человек такой. Это было так тупо. Да. Ну, тут некого винить, кроме себя, так сказать. Как, собственно, и всегда. Где это там? Товарищ-то. Зареспаунившийся. Бляха-муха. Хватало, блин. Еще. От вас тут дамаг получать. Да. Мне хотя бы с одной аптечкой дойти до того места. Будет проще. Мистер Шотган. Мэн. Ау, 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 ау. Давай там без этого. Фу, так, это ладно, это прошли. Ты гонишь. Не-не-не. Отлично. Хедшот. Да. Тут респаун. Бежим сюда. И ждем их тут. Блин, вот я бы пришел, если бы я такую херню не сделал в прошлый раз, а такую глупость. Зачем я прыгнул раньше этого забора, блин, когда я знал, что за углом чувак стоит. Не самое лучшее мое решение, конечно. Что и говорить. Так, минус один. Тихо, 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 тихо. Давай, вылазь.
Блин, а как же они морозят, а? Серьезно. Как они любят в этой игре это делать. Залипнут на одном месте и стоят. И ждут, пока я к ним приду. А хрен там. Я к ним не приду. Стрелять можешь, чтобы они вылезли. Это прикол. Давай, давай, беги сюда тоже. Я знаю, что там есть, чувак. Я точно знаю, что там есть. Отлично. Даже Макс такой подпустер рукой, рукавом. По-моему, все. По-моему, это все. Конечно, может быть, не прав, но, по-моему, это все. Да. Все. Там, правда, сейчас подлюк это выскочит. Ну прыгай ты! Блин, ты серьезно? Только не падай, Макс! Нет, нет, нет! О, твою мать! Да ты прикалываешься! Как я ухитрился упасть за эту херню! О, я же опять прошел этот момент. О, господи! Нет, этот момент просто самый пока поганый в игре. Просто самый отсос. Серьезно. Как я ухитрился упасть, блин, с этих рельсов, блин, с этих перил, блин. Я не понимаю. Просто жесть какая. Просто вот не везет на этом моменте и все. Причем он легкий, он не сложный, реально. Он просто тупо не везет на нем. То я какую-то херню сделаю, то опять какую-то херню сделаю левую. Давай, иди уже, где ты там? Стрел. Да, да, да. Так. Сейчас они зареспаунятся. Ну, где они там? Так. Плохо. Давай, давай, беги сюда. Остался шатганец один, да? А, нет, еще этот парень. Еще парнишка один. Блин, этот шатганец с километра попадает. Все, отлично. Может, мне револьвер взять, я даже не знаю. Что-то мне револьвер нравится больше, если честно. Секрет сказать. А, вау! Это говно, а не шотган! Господи! Полная параша, блин. Однострельный, блин, еще. Хал, блин, в жизни его не возьму больше. Блин, все хп просрал из-за этого говеного шатгана, блин. Посмотри, а. Не, больше я нырять здесь не буду, блин, на этом мосту, ну его нахер, блин. Полная параша, блин. Опять свалиться не хватало. Мне кажется, я глупость сделал, что поменял УЗИшку на этот револьвер, но... Черт, револьвер выглядит прикольнее. В смысле, как ты не попал в него?
Так. Давай, давай, еще. Так, он же, по-моему, остался еще. Теперь сдох. Ну, вот теперь точно один остался. Давай, вылази. Классно, он голову высунул. Прям идеально под выстрел. Ну, это точно был последний, да? Да. Короче, все. Нафиг этот, блин. Нырок слишком хардкорный. Давай, Макс. Они сейчас выскочат из-за угла. Блин, да что у меня с таймингом-то стало? Говно какое-то полное. Фу, блин. Что он зафейлил опять? Не, ну нафиг. Короче, нет. And if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. Не, лучше... I was up for one god-awful performance. Лучше я возьму все-таки УЗИшку. У меня, конечно, может минимальная точность, но зато с моим скиллами стрельбы это самое оно. Револьвер это не по мне. Procrastination, one of the many contenders for my epitaph. But if I didn't get to Giovanna soon, the Broncos would be writing hers tomorrow morning. Все, все, иду, иду я. This was a mess. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that's why we got along. Блин, как же он много болтает, конечно. Пипец просто. Приходится ждать, пока он доболтает, чтобы запустить следующий диалог. I had already wasted enough time. If I had any hope of saving her, I had to move now. Giovanna! Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? What, do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? I had to make a quick detour. He's fine. He's right there. My God, it's Kaul! Giovanna! What are you doing? Giovanna! Hey! No, nothing. Go. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passos was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Да. В общем, такие вот дела. Так что подожди, это какая была у нас вторая, да, по-моему, глава? Сейчас третья будет. Третья будет как раз-таки стадион. Четвертая будет Джерси. И пятая будет вот это самое болото. Так что, в принципе, я уже практически пришел к тому месту, где я закончил в прошлый раз, поэтому. Нормально, нормально. Я думаю, как раз-таки за сегодняшний стрим покроем.
потраченные, так сказать, часы. Единственный минус, да, придется все катсцены смотреть, опять же, но... Смотреть, точнее, как Макс бухает на протяжении всех катсцен. Но что делать? Что поделать? Try to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. She's wanting her wife back. You can take the money to them. Да, стадион. Стадион, Джерси и болото. В общем, три локации осталось мне на сегодня. Но стадион будет очень долгим. Стадион, по-моему, пока что самая долгая локация из всех, что была. Даже дольше болот, по-моему. Так что стадион мне, конечно, вообще прям не мое. Ну ладно. Теперь-то я знаю все обузы в этой игре, так что я думаю, этот раз побыстрее пройду. Зато потом будет Джерси, снежок, крыша, красота. Блин, реально жалко, не вся игра такая. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. Хочется бегать по этой Бразилии. The bullets came from long range. They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. All right, let's go. There's got to be a first aid kit around here somewhere. I've been shot more times than I could remember, but this felt different. Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Я просто сразу извиняюсь, что я не комментирую много, потому что... I was failing fast. За меня это Макс сделает. Так что да. Ничего не сделать. Сильный нарративный протагонист, скажем так. Любит попиздеть. С другой стороны, мне не надо ничего делать. Come on, I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. А вдруг здесь какая-то золотая деталька будет? Да иду, иду я. Не, вроде ничего нет. Вроде ничего нету. Let's go, let's go. Hold on, wait here a second. Whoa. Looks like I missed all the fun.
easy there, Grandpa. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this, anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Here we go. Put your sleeve up, come on. All right, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gatecrash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get this Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Так, извиняюсь, технический перерыв небольшой был. Духотень-то какая. О. Поехали дальше. По стелсу их уработаем. Бля. Зафейлил я дико, конечно. The people of Sao Paulo lived and died this game. That day more than most. Очень смешно. It's clear. Come on, move. Круто.
Жи, там что-то тоже было. Блин, ну саундтрек, конечно, очень четкий в этой игре. Очень крутой. К саундтреку не прикопаться. Mr. Victor Bronco. For all his friends in high places, he had just as many enemies. Темная тема, конечно, темная тема. Так, секундочку. Сейчас еще одну вещь сделаю. Раз уж я оторвался на секунду. Так. Сейчас я одну вещь достану. Продолжим. Так, ну, походу не работает эта херня. Ну ладно. Тогда вернем все как было. Раз она все равно не работает. Ну-ка, подожди-ка. Да, ладно, так оставлю, пофиг. Ладно, неважно, продолжаем. Так, что там дальше-то? Чё, подожди, чё? Было? Не, показался. Passos had done a good job with the bandage, and an even better job with the pills. I couldn't feel my arm anymore. I couldn't feel much of anything, which was the way I liked it. Все, идем дальше. Let's see if this thing works. So what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Where the hell's he going? What do we got here? Так, я помню, что здесь будет момент, который можно скипнуть. Я его скипну, пожалуй. Да, блин. Опа. Как я не попал в его башку огромную, а? Просто жесть.
Кто еще? Оу! Прямо в твою страшную рожу. Интересно, а вот с моего прошлого рана эти золотые детали остались или нет? В смысле, сохранились они или мне их заново собирать нужно? Это я не знаю. Блин, взять что ли УЗИшку? Да, наверное, возьму УЗИшку лучше. А, подожди. Да подожди ты, господи. This bloodbath was probably being recorded in HD. The Galatians would be making more than the sports pages tomorrow morning. Wasting time, man. Что за наушники? Хотя. Ну идем, идем. Чё ты на меня орёшь? Так, сейчас я помню, будет чувак из этого выскакивать. Какой красивый ротик я ему сделал, а? Загляденье. Четкая дырочка. Че, шотган взять? Да ну его нафиг. Толку от него ноль. More trophies and game plans. It had been a very long time since I'd had one of either. Wasting time, man. Посос, молчи, пожалуйста. Дай мне утонуть. Все как следует. Keep moving. Okay, let's go. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had no smoking mirrors in the strip club locker room. Пойдет сейчас, пойдет жара на трибунах, то самое, самое веселье. Ну ладно, завтра, ой, завтра. Зато следующее после этого сразу Джерси миссия, моя любимая пока что в игре, поэтому. Буду думать о ней как о вознаграждении за пососный уровень на стадионе. Сраные животные. Were they cops? You tell me. I don't think so. Макаки хреновые. Снайпер. Да, ты что, снайпер будешь, этот сраный. Ладно. Тихо. Ты еще живой, ёптусь. Что ж такое живучий-то? Ща, подожди. О, СМЖ. СМЖ я возьму 100%. Четкая тема. Ща.
Поезжи. Да, походу детали сохраняются от сохранения к сохранению, поэтому не нахожу я больше их тут. Хотя там сортир есть, подожди. I needed something to improve my game. Too late to be giving him his last rights, don't you think? Look at this blackjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written the book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote from it. Бежим, бежим, бежим. А, они наверху, ёптать. Да, я забыл, что они наверху. Это был тупой поступок. Довольно-таки. Я забыл, что они там. Сейчас сверху будут, а потом снизу еще прибегут. Да кто? Ах ты, тварь. Говнаря. Так, все, теперь точно остались внизу. Отлично. Шикарно. Different online doctors ordered. Why do I always get to go first? It's a hold up, bro. Let's get up there. Ладно, ладно, иду. It's time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Nice. Хотя чё nice, он чё убил меня. Давай, давай, давай за эту херню. Alright, this one's yours. Да я знаю, что он мой. Сейчас. А, слушай, у меня почти закончилось, да? Где он? Где он? А, вот, вижу, 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 вижу. А, отлично. Шикарно. Guy was getting annoying. What the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Better chance if we split up. Пошла жара со снайперскими моментами с этим. Ну блин, не, на самом деле сейчас я довольно быстро прохожу это все. Все-таки я уже практически половину главы прошел, даже если не больше. Поэтому нормально. Whatever you say.
Ай-яй-яй, патроны кончились. Это плохо. Блин, таблеток нет вообще. Это плохо. Там внизу, я помню, стрелял вон он. Вот это полет. А, сейчас убьют меня. Да, вниз прыгай. Отлично. А, говно. Все-таки прижал. Так, тихо. В смысле, ты что, живой еще что ли был? Ёптуть. Блин, да что ж ты прыгаешь-то на эту херню, Макс? Ах ты ж, говнаря. Тебя почему я прыгаю на эту, на ступеньку на эту ебучую? Серьезно. Не понимаю этого говна. Не-не-не, не бросай гранату. Так, лягушка, прыгаю просто, блин. Да почему ты не умираешь-то, ёб твою налево? Сок говна, блин. Ух ты, ёпта. А, это было не самое лучшее решение. Да, этот момент довольно душноватый, сразу говорю. Я его и тогда проходил довольно-таки долго. Что у меня вообще нету этих пейнкиллеров нету. Да сколько у вас там говнари сраные. Да нет, ёптать, еще двое. Параша говна. А, игра дает мне пейнкиллера со временем. Я понял. Ну это, да. Типа игра жалится со временем, дает тебе пейнкиллера. Ну да. Блин, ну на лестнице прыгать это вообще не вариант, короче, я не знаю. Это сложно, сложный момент, сложный. Да ну нахер, нет. Я не люблю этот момент. Я не люблю этот момент. Короче. Делаем по-другому сейчас. Блин, Пасос, ты мог бы помогать мне иногда хоть. Друг мой. Так делаем все. Я понимаю, что это не по Максу Пейну, все такое, но... Что я могу сделать, если слишком много? И я хреново стреляю.
Да хорош, ну блин, сколько можно меня убивать уже? Сядь ты! С прикрытия. И сиди. Там еще кто-то был, нет? Нет, никого. Ну там был золотой пистолет. Если он сейчас лежит, то... Точнее, деталь от золотого пистолета. Ну да, 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 она собрана. Значит, все. Значит, они сохраняют прогресс сбора лута. Ну, точнее, этих коллектаблов. Отлично. Собирать не нужно. Но проблема в том, что там еще чуваки ходят. С ними-то проблемы будут основные. С этими ребятками. Да. Блин, стрёмно. Ну. Лезут, лезут, лезут. Отлично. А, он мертв. О, господи, последний был. Фу. Духотень. Ну, он не такой уж и душный, надо сказать сразу, но... Все-таки неприятный. Неприятный. Момент. Сейчас еще пару душных моментов и конец этой главы, наконец-то. Потом моя любимая глава. So far. Почему у него пистолет, я не знаю. Серьезно, я не знаю, почему у него пистолет. Я не менял в него. Макс. Кто тебе разрешал? Бля, граната. Конечно, ёпта. Зачем он меняет постоянно по дефолту пистолет на... То есть, наоборот, автомат на пистолет меняет после катсцены, блин. Ну, это просто бесит. Вообще не кайф. Да ёптать. Ау, ау, ноу, ноу, ноу. Не, мужик, так делать не надо. That's not cool. Да, Макс, быстрее, твою мать. Да, патроны сейчас кончатся. Давай, давай, иди сюда. Блин. Слоупочу тоже. Давай, последний остался, я знаю. Лазай. Блин, говна все-таки снял у меня хп. А, еще не все? Да ладно. Прикалываешься, что ли? Что-то как-то их дохера в этот раз. В прошлый раз было дохера, я просто не помню, но чуть как-то слишком много. Да нет же, нет.
хватит ползти, хватит. Все, у меня кранты, походу. Может, еще один остался или сколько? Блин, засел где-то один, значит. И ждет меня в засаде. Да. Так я не вижу его вообще. А, вот, вижу. Не вижу. Где он? Серьезно? Хорош. Чувак. Вот, блин, что за искусственный интеллект в этой игре такой, а? Что это за поведение такое странное? Сидит в засаде где-то и ждет меня, блин. Что за кемперизм? Что за кемперство дикое? Или... Да не, ну точно еще один должен быть. Значит, он был последним. Лол. Ну ок. Я-то думал, что кто-то закемперил там, сел, сныкался. Ну хотя до этого они так делали уже. Они уже кемперили таким образом. Так, отлично. It was time to get out of this hall of fame before somebody added my face to the wall. Ща-ща, идем. I don't know. Looking for something that ain't here, I guess. Looks like some kind of maintenance elevator. Surprise guest brought a lot of friends. All right, in the upper stands. О, да, это еще один тушневый момент. Кто в меня попал-то? А, понял. Да, прикольно. Бегу. Да встань, блин. Сел тут. Блин, я забыл про это место совсем. Давай, беги сюда. Шикарные дырки, конечно. Bullet holes прям шикарной физикой сделан здесь. Очень красиво. Одна из лучших. Must be still in this section. Wait. Hang on.
What's happening, Passos? Shit. The whole gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Making a run for it. All right. Try to clear you some space. Этот момент нормальный еще, со снайперкой еще более-менее такой жить можно. А, да, точно, сори, забыл. Я, по-моему, попал ему в автомат. Ну да ладно. Да понял я. Прямо в коленку. Да, я понял. I'm trying, pal. Все, никого нет же больше. Или еще кто-то бежит. Ну, блин, чувак, я не вижу никого. Еще кто-то, что ли? Господи. Stay calm. О, прямо в хер. У него кровище оттуда хлещет. Красота, красота. Это красиво. Да. Не, конечно, физика дырок здесь вообще четкая. Bullet Hole Physics просто суперская. Да иду, я знаю, что там. Stay down. Да ща, подожди. I can only shoot one at a time. О, bullet. Кам. Четко. В этот раз я ни разу не зафейлил даже. На удивление. Ну хотя тут сложно зафейлить на самом деле. Даже такому ломошнику, как я. Блин, да все, уже скоро сегмент закончится. Как же хорошо. Как же хорошо. Как же заманал меня этот сегмент, а? Просто задолбал. Alright, bro. I'm moving too. Stay in touch. Да, сейчас останется снайпер, вот и все. По сути, на этом конец главы. Там еще наверх надо забраться будет. Ну, это, в принципе, не сложно. Place was like Fort Knox. Hey, Passos, I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops, military, I don't know.
handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Jesus, they've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, it's messed up, all right. Come on. We gotta get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Так, все, осталось снайперу поснимать и все. На этом будет все. Еще три таблетки осталось, очень хорошо. There was only one way up there. Okay, I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Главное не свалиться здесь. Самое главное не свалиться. Ты еще живой, урод, блядь. Смотри, он лежит и стреляет. Вот чмо, а. Нет, нет, не падай, Макс. О. Отлично. Самое главное не свалиться. We have destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. Не-не. О. Фу, ну вот, собственно, и все, по-моему. Сколько я помню. This is a bad idea. Ща, подожди. Я, кстати, ни разу не добегал до конца. Не знаю, что здесь. А ничего здесь и нету. Да, я помню, что здесь сейчас MLG момент будет вообще дикий такой с каким-то совершенно нелепым прыжком в стиле Нейтана Дрейка. Я помню, такой будет экшоновый экшен. С таким дичайшим слоумо. Супер MLG дропкиком и добиванием в глаз. That's gotta hurt. Так, ну все, походу, на этом конец. Да. Следующая глава моя самая любимая в этой игре. Пока что. Пока что. Может, конечно, дальше будут еще более интересные главы, но пока что Джерси. Ночное Джерси заснеженное, пока что самое-самое близкое, похожее на Макс Пейн классический, что есть в этой игре, поэтому это моя любимая миссия. Она, правда, очень короткая, но зато очень классная. И потом болото, и все. И, собственно, да, я наверстал все то же, что я прошел на зафакапенном стриме. Так что норм. Еще пару глав. Sure, trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things,
I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас на самом деле сделаю перерыв, скорее всего. А еще лучше даже на самом деле остановлю стрим и проверю, каково качество записи было. Потому что если опять будет посос, то я не хочу заново опять переигрывать. Так что да, чуваки, продолжим тогда уже с четвертой главы, с моей любимой, уже на следующий, в следующий раз. Поэтому да, сегодня вот такой вот коротенький совсем стрим. Но он такой, я уже говорил, тестовый. Вот, или пройти все-таки эту главу. Давайте я пройду эту главу. Все-таки пройду эту, да пройду эту главу и на этом закончу. Потому что болота там такие долгие, они прям... Сейчас прям неохота их проходить. Ну блин, такая классная лока на самом деле. Так обидно, что ее так мало в игре. Почему не вся игра такая, а? Серьезно. Это же охрененно. Это лучшая часть игры. Мать его. Мне кажется, любой человек, который играл в эту игру, он скажет это. Что это самое офигенное. Yeah, has been washed up old cops you go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or how you got involved with killers. Oh. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, don't disrespect my family. You ain't got the right. Hey, don't take that from this punk, Tom. I ain't taking nothing from him. God hasn't already deprived him. But I might start anytime. Now say you're sorry. Say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket, dipshit cop cunt. Don't act clever. I will blow your brains all over this counter, every fucking where. Come on, Tony, calm down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Oh, hey. Thank you, thank you. Now get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on, I fuck off! Face, get you, motherfucker. Yeah. You fuck. I look forward I to it. Face. Yeah? Stay I'll right here! Stay right here! You don't know who you're fucking with! Yeah, whatever. Вообще, конечно, учитывая вот эту заварушку, очень тупо, что они остались в этом баре, продолжили бухать в нем, когда они знали прекрасно, что типа сынок мафиози, блин, с дружками, и которые, блин, явно не стоит их бесить лишний раз. Короче, такое странное решение, мне кажется. Так. Сейчас вот так вот уже оглядываясь на тот момент, как бы уже пройденный, я нахожу это довольно-таки подозрительным. Собственно, Максу это пофиг, конечно, но этот-то чувак должен понимать, что лучше так не делать. Ну, видимо. Он об этом не подумал. I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Баба так палит четко вообще. At least let me buy you a drink. Yeah. Buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Saúde! Saúde! Cheers! Ты странно, как бы, бля, разозлили, блин, этого чувака и остались бухать в этом. Хотя бы ушли бы из этого бара в другой бар, я не знаю. Или еще что-нибудь, но, блин. Оставаться в одном и том же баре, где вы, блин. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole.
What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. Oh, I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment. Блин, вот эта заварушка в баре самая офигенская. Да вообще вот эта локка крутая, блин. Я даже сейчас не буду сильно спидранить ее, попробую так немножко понаслаждаться и... Кого он стреляет там, Jersey Don't Change? А, там наверху. Я и не заметил его. Я забыл, что там чувак наверху. Даже вот этот бар, он, блин, лучше всего, что пока что было в Бразилии. Серьезно. Просто охрененный бар. They barred the front door. Of course. We were trapped in here. The only way out was through the back. Жалко. Короткая миссия. The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like goodbye. I'd gotten into my share of bar fights, but that night made me wish for any one of those. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by six sailors on shore leave. Man, прикольный бар, конечно. Лол, ни хрена себе, здесь можно в пул сыграть пулями. Maybe I wanted to die there, amongst the empty bottles, ну-ка. In my slept-in clothes. When you write your life into a tragedy. Events don't always follow suit. Давай, давай, давай. Нет, давай, в эту сторону. Тихо, тихо, куда покатился, стой. I wallowed in the misery. Да. It's not the first time I'd been self-indulgent with regrets. It wouldn't be the last. Блин, охрененная игра, слушайте. Вообще топчик. А чё, ачивку дадут, интересно? Должны дать, наверное. It said exit above the door. Да подожди, Макс, заткнись. Ты что, не видишь, что ли? Важные дела. Нет, ачивки за это? Лол. Ну, могли бы и дать, между прочим. Да, классный бар, классный. Не хочу отсюда уходить, но придется. This first time I was playing catch up with Passos physically. Later it would be more. Супер крутое место, конечно. А, ну ладно. Что сделать? Ну сейчас будут еще классные эти крыши джерсийские, заснеженные напрямую из первого Макса Пейна, поэтому о, это круто. Так. Да ёптыть. Да твою мать, посос, блин. Тебя вечно с пахом спотыкаюсь, блин, твою голову. Сколько можно? Да блин! Чё живучий такой? А. Бля, ну это очень круто. Time to see what's waiting outside for us. Это гораздо круче, чем этот сраный Quantum Break. Просто гораздо лучше. Я не знаю, я понимаю, что Remedy сделали изначально Max of Pain в первых двух, но я считаю, Rockstar не лучше, не хуже сделали.
А то и лучше, потому что то, что Remedy сделали последнее, это был просто реально пассизм был полный. Не знаю. Макс Пейн охрененский, третий, на самом деле. Несмотря на то, что насколько мне не нравился сеттинг Бразилии, в целом геймплей, конечно, очень-очень стоящий. I still didn't remember having met Passos before, but then again, I didn't have any friends left from those days. Так что and да. I didn't remember most nights after 6 p.m. Очень крутая штука. Я бы просто предпочел, чтобы больше миссий было вот именно вот как вот эта миссия, типа в Джерси, такие более нуарные, мрачные, снежные какие-то вот такие миссии, типичные такие для первых частей. Ну, это так чисто. Мое личное пожелание, как человека, который больше как раз таки вот такой сеттинг ценит в Макси Пейне. Но все равно, даже учитывая, как бы, на мой взгляд, не самый лучший сеттинг, а уж в моем-то личном, по моим личным, так сказать, предпочтениям, Бразилия вообще, наверное, последний сеттинг, последняя страна, которую я бы стал бы делать, если бы я делал игру про Макса Пейна, но, наверное, разработчики как раз таки на контрасте хотели сработать, я так понимаю, наверное, в этот вариант. Ну, не суть, короче. Все равно, несмотря ни на что, я считаю, что очень-очень годный геймплей в игре, и он компенсирует многое. Так что да. По крайней мере, здесь есть реальные дырочки, остающиеся в головах у врагов, и не только. Вот, например, вот такая вот тема. В Quantum Break такого точно нет. Да, это крутяк. I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. Ага, я вижу деталь. Вам меня не обмануть. О, золотой 19-11. Не успел прочитать, что это, но... Пистоль, по-моему. Они еще быстро, блин, эту фигню на экране показывают и убирают. Ну, короче, я какой-то ништяк собрал. Это хорошо. Блин, даже игра выглядит, вот когда вот она ночью, снег, лед вот этот вот, снег, блин. Вот это Макс Пейн, реально, блин. Это Макс Пейн. А Бразилия... Не знаю. Я знаю, что это уже поздно дебаты разводить на эту тему, но все же мне эта миссия нравится пока что больше всего. Как раз таки именно из-за правильного сеттинга такого. Да. Хотя в целом, как я уже говорил, механика очень-очень годная в игре. Несмотря на сеттинг. Gonna make this easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Yes, sir. He could have been setting me up for a fall. But something told me to stay put and trust him. Где он? Я его не вижу. А, его вижу. Найс. Круть. Блин, настолько приятно вот этот финальный выстрел делать в голову прям. Такая точка прям ставится. Ай, крутяк, крутяк. Не, крутяк. Крутого игра, крутого. Очень крутая. Очень кайфовая штука.
на самом деле. It's a nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Супер кайфовая штука. Несмотря на то, что я второй раз сейчас играю, считай, переигрываю вот эти 4 главы первые. Ну, точнее, 5 глав первых. По второму разу прохожу из-за фейла того на стриме, но все равно он так же весело, как в первый раз, на самом деле. Хотя я-то боялся, что наоборот будет как раз таки. Неинтересно. Но это вполне себе неплохо. Учитывая, что Макс Пейн вообще не самая моя любимая франшиза. Так что да. Очень, очень годная штука, короче. Единственное, что вот можно было бы чуть-чуть поменьше сделать, это болтовню Макса и кат-сцены чуть-чуть покороче сделать. Кат-сцены очень-очень длинные, и все они практически заключаются в том, что Макс бухает. И это как бы, ну... такой себе. Я и так понял, собственно, фишку его, но... просто не обязательно показывать это в каждой катсцене, что он бухает, чтобы показать его моральное разложение, так сказать. Это и так понятно. Ну так в целом, конечно, в игре очень много плюсов. Пока что это реально на 9 из 10, я бы сказал. Не 10, но 9. Наверное, балл бы снял только за кат-сцены, реально слишком долгие. Ну, изобразить с писатенько можно снять еще. Но в целом, конечно, это... годнота. Тихо-тихо. Подождите. When Scotch won't do the job. Так, что там было? This old guy, my days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. I didn't need a shield. Угу. Улики. Ау-ау-ау-ау-ау. Твою мать. Добегался, называется. Да встань ты. Отлично. Так, теперь нам нужно... этих ребяток снять. Так, все, вижу, вижу, вижу. Эти ребятки довольно легко снимаются. С ними вообще от них их делать просто. I didn't have a fancy green light on my gun. Just a stubborn desire to stop those thugs from having their way. I hadn't wanted to live so bad in years. I guess I thought if I was going to be shot in the face in here, it would probably be me pulling the trigger. Подождите, а это, по-моему, та же квартира, которая была во второй части, разве нет? По-моему, да. По-моему, это та же квартира. Из второго Макса Пейна, разве нет? По крайней мере, очень похоже. Да, по-моему, это она. Где он с Моной Сакс встретился как раз таки. Где у них почти Секис был. Блин, по-моему, это эта квартира. Но, может быть, я путаю. Я давно играл во вторую часть. Но на эту квартиру, по крайней мере, очень похоже. Ну да, потому что я помню, что он смотрел... его начал стрелять снайпер откуда-то оттуда. С дома. По-моему, это квартира. Из Макса Пейна 2. Блин, если это так, то это очень круто. Так воссозданное, типа, в нормальном графине. Хотя, в принципе, во втором Макси Пейне очень годный графин. Для своего времени был прям очень годный графин. Я даже не преувеличиваю.
супер годный. На самом деле. Еще физика эта крутая была. Havoc Engine. Вообще крутяцкий. Сейчас бомжик поможет, да-да-да. Там тоже бомж был, так правда, черный был бомж. Вторая часть. Я помню, мы могли ему помочь тоже. Там еще проститутка была, я помню, во второй части. А, прикольная. Вторая часть надо тоже постримить будет как-нибудь. Классная штука была. Прикольный мужик. It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking, it was what he was waiting for, a chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. Пойдем зайдем к нему. Made me wish I'd got to know him better. Что у него тут есть интересного? А, я уже смотрел, да, да, точно. Да-да-да. Пейнкиллера. Так. Так, этого я могу еще раз посмотреть? Да, я уже смотрел. Не-не-не-не. Ну вот это я не буду второй раз уже смотреть, потому что я уже... На зафакапленном стриме это виделся, поэтому... В принципе, там ничего особо нового не будет. А что на стенках написано? Мэйни. А, прикольно. Прикольно. Довольно, кстати, детализировано для своего времени. Ну, для 2012 года. Неплохо, так неплохо. Вполне себе неплохо. Учитывая, по-моему, то, что это реально квартира. Rent was gonna have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. Я хотел сказать, учитывая, что это реально хата Макса Пейна из второй части, поэтому... Хотя там тоже, по-моему, он взрывал что-то во второй части. Там тоже, по-моему, с газом связанная какая-то херня. И там тоже, по-моему, бомж это делал. Так что это, по-моему, полная отсылка к второй части. Turned out to be the order of demolition. Так. Блин, я даже не обратил внимания. Ни хрена себе. Нехилое такое миско, кстати. Was up ahead somewhere. I didn't know if he'd run from the angry hit squad or my bad housekeeping. Блин, а мясная игра все-таки, Max Payne 3. Up and out. Scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. Так, а тут я не был. Through, ага. Right there. Золотой саф. Я нашел золотой саф. В прошлый раз я сюда не пошел. Так вот. Круче. Nice. Помню я, когда как раз таки на первом зафакапленном стриме я не мог понять, как забираться к этому моменту, что можно просто на А нажать. И я прыгал в слоу-мо. Это было тупо. Ой. Блин, я только заметил, чуваки, извините. Я только заметил вас. Сорян. Но они что-то не особо агрессивные.
Ребята, вы чё? Чё вы меня не стреляете-то? Ну? Лол. Чё-то они забуговали, по-моему. Блин, ну какой же охрененный уровень все-таки, а? Серьезно, я прям не хочу, чтобы он заканчивался. Не хочу возвращаться опять в Бразилию, в эту ссаную. Так мне нравится эта черно-белая вот эта эстетика, блин. Нуарная. Просто офигенная. Почему нельзя было всю игру такую сделать, я не понимаю, серьезно. Я, конечно, понимаю, что можно сказать, иди поиграй просто в Max Payne 2 или 1 и не ной, но, блин, какого хрена это Max Payne? Он должен быть нуарным, блин, не должен быть похожий на GTA, блин. Блин, я тебя не увидел, может. Ой, сейчас я разобьюсь, по-моему. А, нет. Слава яйцам, там не было дырки между домами. Чего? Кто там орёт? Воу-воу-воу-воу! Кто? Откуда ты взялся, друг? Нет, я его даже не увидел. Все, что ли? Так, надо вспомнить, куда идти. А, сюда, по-моему, да? Как назло, этот уровень короткий, просто пипец. Дальше опять эти болота ссаные, блин, опять. А вот этот момент вообще суперский MLG, блин, очень нравится. Причем здесь надо успеть именно всех убить до того, как ты упадешь на этот, на крышу. Очень круто сделано. Да. По-моему, я всех убил. Нет! Блин, лол. Я думал, я всех убил. Или им прямо надо хедшоты четко ставить? Там, по-моему, то же самое в прошлый раз сделал, ну ладно. Неважно, неважно. А ладно, не нужна тебе помощь была, что-то. 50 человек завалился в харю. There were wrecks all around. And not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. Прям охрененный уровень. Sticking here is gonna get us killed. Ну да. I could go on alone, but it wouldn't be so much fun. Ты идиом, идиом, уже что-то подгоняешь, чувак. Не сыпь на соль на рану, серьезно. Гонишь, что ли? Сейчас этот уровень пролетит за секунду, и опять эти бразильские красоты, блин. Идем, идем, идем. Что-то я неудачно прыгнул. Ну и...
А, я понял, как это работает. Типа я собираю детали, и у меня появляется золотой пистолет. Блин, я только заметил эту фигню. И вот я слоупок, реально. У меня теперь реально золотой пистолет, потому что я собрал, типа, детали от него. Блин, это реально очень круто на самом деле, потому что я думал, что для этого надо второй раз игру проходить. Как правило, такие ништяки даются, ну, на втором прохождении. То, что я на первом могу это сделать, это, блин, вообще топчик. Бегать с золотым пистолетом, это очень круто. I was guessing the stairs wouldn't take us to the penthouse, Чего but нет? They were worth a shot. Серьезно, как будто в первый Max Payne играю, только в HD версию. Как круто. Не хочу в Бразилию. Хочу в Нью-Джерси остаться. Тут круто. Идем, идем. Подожди, АК я не брал, что ли? О, не брал. Возьмем тогда. Ладно, ладно, все, идем. Так и быть. Ну блин, ну золотой пистолет мне нравится. Крутая тема. Где они? Где они? Где они? Ау. Черепаха. Спасибо. Это ачивмент для меня. А, зато. Зато как красиво выглядит этот пистолет в слоумо, когда ты убиваешь последнего врага. Это просто супер выглядит. Блин. Не, Макс Пейн это топовая игра вообще. Супер топовая игра. Даже хрен с ним с Бразилией, с унылой фавелами, со всей этой херней. Все равно офигенская игра. Все-таки Rockstar умеет делать игры, что не говори. Но игры эти ребята делать точно умеют. Один только Manhunt чего стоит. Так, ладно. Все, идем, идем. Блин, она сейчас закончится, эта миссия, а? Я не хочу, чтобы она заканчивалась. Ну, не так. Не так быстро. Почему она не может быть по длине, как миссия в этом стадионе, на стадионе? Или как на болотах, на этих. Нет, она будет малюсенькая. Ладно. Ну, я, наверное, сейчас еду, пройду и все, сегодня закончу. Потому что болото, я не знаю, мне сейчас нету моральных сил проходить. В следующий раз будет болото. Блин. А может это пойду, я не знаю, короче. Посмотрим. Да что ж ты будешь делать? Не, тупая идея была. Прыгать. Очень тупая. Ну, прыгай. Все. Пойду пособираю немножко лутца. Always in moderation. How's this look? Ну хотя ладно, наверное, нужно все-таки пройти до того момента, где я остановился в прошлый раз. Так что все-таки, наверное, болото пройду и сейчас. Как бы мне не хотелось остаться здесь. Дальше. А, да, вот этого придурка застрелить же могут, точно я забыл. В этот момент.
Точно, точно. Блин, вот народ, а. Попал, нет? Be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. И все. Isn't it? И это конец миссии. Такая маленькая миссия. Ну почему? Такая классная миссия. Да. Блин, на самом деле, надо попробовать сейчас в болотах по стелсу поиграть. Я не знаю, насколько это вообще возможно. Но там тебе дается пистолет с глушителем. Я не знаю, у меня не получается тут играть по стелсу, вообще не получается. Мне кажется, это все-таки не та игра для этого, но... Но тебе дается реально пистолет с глушителем, то есть по факту игра от тебя рассчитывает, что ты можешь играть по стелсу. Но... не знаю. Не знаю. Можно попробовать, конечно, но... Не думаю, что у меня получится в этот раз. В прошлый раз не вышло. Но это последняя глава, которую я проходил на том стриме, который я зафакапил. Так что после пятой главы, уже начиная с шестой главы, будет слепое прохождение опять снова. Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere. Короче, надо просто заспидранить эту миссию, да и все. А, нет, там же не только болото, там же еще будет это. А, там офисы будут горящие эти. Блин. Ну, короче, не, я пройду болото и все, и на сегодня точно закончу. Потому что... Следующие я не буду уже. У меня уже не будет сил просто на это. Да, там офисы будут точно, я забыл, блин. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. Cut the engine. Don't go anywhere. А, я помню, там можно будет выстрелить в желтую фигню, короче, и... типа ловушку сделать. Я помню. Да, я еще зафакапил тот момент, помню. И говорил еще, что можно было бы сделать все круче, но я лжанулся и... Ну. Одно бесшумное убийство я сделал. Чувак смешно упал. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be.
Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. As much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Блин, очень сложно на самом деле комментировать на этой игре, потому что по сути Макс Пейн все комментирует. У него столько текста в этой игре, что Макс вообще никогда в жизни столько не говорил ни в одной игре. А тут он просто не замолкает, поэтому. Не удивляйтесь, что я молчу все время практически, потому что, ну, я не играл в игру. Ну, то есть этот уровень-то я играл, но в целом я игру не играл. Поэтому я слушаю, что он говорит так же. Тем более, что его озвучил тот же актер. Так что. Так, ну тут я вроде все подобрал. Сейчас попробую все-таки использовать это крутое убийство, которое я в прошлый раз не смог сделать. Точнее, не увидел его. В этот раз я попробую его реализовать, так сказать. Так, стопы. I couldn't understand, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Tim. Так, секунду. Походу у меня опять спайки начались. Твою мать, а? Ну, с чем это связано, а? Серьезно? Что за посос, реально? Блин, идеальный же стрим был. О, господи. Фабиана was here. Somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Я надеюсь, что все было нормально. Ну, что-то я смотрю опять. Ну, либо это на iPad у меня лаги, либо на стриме лаги. Хер знает опять. Ай, что за говнище? Все было же зашибись. А хотя, на стриме вроде норм. Ну, в смысле, на мониторе. Пока оставлю, пожалуй, вид из монитора. Так вот, что я хотел сделать. Вот что я хотел сделать. Блин, это было круто. Да, вот так вот мне не получилось в прошлый раз сделать. В прошлый раз была просто унылая перестрелка. Да не, на стриме вроде норм. Это значит, у меня на iPad что-то какая-то. Какой-то пассис происходит полный. Ну ладно. Будем знать. Я уж испугался, а то опять зафакапил весь стрим, блин. Тем, что... Посмотрел. Так, ладно, надо заспидранить быстренько этот уровень. Он, в принципе, довольно долгий и муторный, поэтому... Потому что следующие еще офисы будут... О, господи, Макс. Я не могу комментировать эту игру, серьезно. Макс комментирует каждые 2 секунды. Невозможно слово вставить даже. Ему всегда есть что сказать, Бен. На удивление разговорчивый парень. Так. В общем, да, это, скорее всего, последний уровень на сегодня будет. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Oh, nossa, garrei. Eu não tenho, pô. Tem sim, cara. Para de mentira.
se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vai se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Блин, что я сделал? Think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Так, а я вижу пейнкиллер, кстати говоря. Так, а подписку стримнивают. If only I could have taken something for... Не помню, смотрел я или нет, но гляну на всякий случай. Да, смотрел. Арсен ничего не говорит, значит смотрел. The room I'd seen was somewhere up ahead. Вот тут момент забавный, где он на катере спрячется, типа сверху. И чуваки все равно его увидят каким-то образом. То есть, типа, он сидит такой весь себе в стелсе, и бац, и... Эти такие, он наверху стреляет. Ой-ой. Блин, я отвлекся немножечко и зафейлил по полной программе. Да, не очень хорошо вышло. Блин. Да хватит башкой трясти. Отлично. Так, а калаш я взял? Калаш я не брал. Блин, на всякий случай. Не знаю, какой смысл стрелять сейчас с глушителем. По-моему, никакого уже нет смысла это делать, но... А это место где? Это дополнительное. А, это дополнительное, это круто. Так, возьмем пока что АКУ. Крутяк, крутяк. Ай, не успел я прыжок нажать. Ай, чуть-чуть не успел. Есть такой косяк. Давай, давай, давай сюда иди. Что-то там раскудахтался. Так, я помню, что там чувак еще сидит вот, вон там, с левой стороны. Вон он, да-да-да. Желтой майке. Парнишка. Ты еще живой, что ли? Во. Как он может быть живым еще? Да явно голова его торчит, и я в нее явно попадаю. Кровище-то хлещет оттуда. Как он остается живым при этом всем? Непонятно. Так. Есть еще кто?
Это явно не живой уже. Еще кто остался, не? Да, остался. Я не знаю, откуда он там взялся. Но откуда ты взялся? Прямо за щеку. Как надо. Да, нормально. Так, ну в нормальном ритме прохожу, собственно. Практически не умираю. Это замечательно. То, как надо проходить эту главу. Иначе она будет очень долгой. Ну, и не самый интересный. Уж не будем скрывать. Самый веселый. Так. Закрыто все. Опять он достал свою эту узишку, блин. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Так, телек я смотреть не буду. Я его смотрел уже там. Так. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. А, вот сейчас он спрячется в этот катер как раз. И каким-то образом они его все равно увидят. То есть, если продолжать сидеть, он подойдет и начнет по тебе стрелять. Не знаю. Странная идея стелса здесь есть. Не очень понятно. Может быть, здесь опять какая-то ловушка есть, которую я не вижу. Но я ее реально не вижу. Это очень круто. Это супер круто. Блин, ты еще что ли живой? Крутяк, крутяк. Блин, вот это геймплей. Вот это я понял геймплей, блин. Это супер топ. Так, а что мне взять? Пистолет. Не. С сакой побегаю пока. Хотя револьвер. Блин, он такой крутой. Не, узишка лучше. С узишкой можно стрелять куда хочешь. Пойдешь со временем. Я не понял, ходил я наверх тогда или нет. Нет. А, не, ходил, ходил, да, я собрал там все. Все, точно. Так. Так, это я тоже смотрел. Circle of this low rent hell. Low rent hell. Дурацкая миссия.
это было неправильно. Блин, а почему у него опять... Макс, как ты надоел переключаться на пистолет, серьезно? Ну, в смысле, на одноручное оружие, блин, каждый раз после катсцены. Так это задолбало в тебе дело. Хера ты это делаешь каждый раз. Пиздец, как бесит, блин. Вымораживает просто. Тихо. Да... Рукам буду стрелять. Воу! Вот это было стрёмно. Блин, рашащие враги, это плюс 100 к обсёру, блин. Охренеть, блин, скримеры. Да ты достал. Блин, взяли, мы все хп сняли у дота. Это легкий, собственно. Я не... Ай, стенка сраная. Нет. Да ладно. Да прыгай, Макс. Конец. Ты еще живой? Ты еще живой. Тут иногда непонятно, живой он или не живой. Так, а это что за ружье? Воу, ружье в смысле. Это какой-то четкий weapon. Так. А, вот здесь сейв был, я помню. Давайте, давайте, я спрыгивать не буду, ребят. Я отсюда буду стрелять. Вы как хотите. Мне отсюда удобно. Да, да, выкидайте гранаты, давайте, давайте. Как обычно, вы как вы любите. Взрывайте себя там. Сейчас, секундочку. Блин, что ж такое-то? Непонятно, то ли это... iPad глючит, то ли стрим. Не, ну монитора я доверяю больше, чем iPad, поэтому... Я думаю, что, скорее всего, это iPad лично. Не-не-не-не-не-не-не-не! Вот, отвлекся называется. Но благо он кидать не умеет, поэтому... Взорвался сам. Этот момент довольно ответственный, надо сказать. Ну и чё? Давай, давай, я не пойду туда. Я не спрыгну. Хорошо бросил. Давай, давай, беги сюда, давай. Хватит тарать. Шо вы там застряли-то? А, я вижу его, я вижу его. Да куда ты бежишь-то, человек? Говно. Да, а где второй, друг его? Или он умер? Не, не умер он ни хрена. Сейчас спрыгну, меня же убьют, блин, по-любому. Жалко, нельзя его отсюда отстрелить никак. Сверху. Ладно, я красиво нырнул, но...
скорее всего, это будет бессмысленно. Ну да, я даже не увидел. А, твою мать! Погнали, а. Началось гранатное королевство, блин. А, все, пипец. Вижу. Так, бегут ублюдки. Давай. Макс, давай. Нет. Просто высыпало миллион врагов. Все на этом. Еще у него нормальное оружие такое. Откнись. Давай, иди сюда, хватит там трещать уже. Сколько можно? Давай. Я слышу. Ты бежишь. Я из этого угла не выйду. Я уже говорил. У меня нет ХП для этой битвы. Я его не вижу сейчас. К сожалению, я их не вижу. Они что-то выходить не торопятся. Да где они, блин? О, это самые странные враги, что я вообще видел в видеоиграх. А, нет, только не это. Да ладно. Хорош. Еще гранатами бросаться будут. Прикалывайтесь, что ли, чуваки. Давай, вылази. Я же знаю, что ты за этой херней сидишь, чувак. Камон. Вылази, ну сколько можно сидеть? Твою мать, как они надоели, а? Они отсиживаются за прикрытием хуже, чем я, блин. Я вообще его не вижу. Они вообще не выглядывают из-за прикрытия. Это бред какой-то. Как с ними воевать? Хрен какая-то. Пипец. Ну и враги, блин. Так ощущение, что я с живыми людьми воюю. Они реально боятся за свою жизнь. Так, один остался. Блин, и сколько раз мне попасть надо будет, прежде чем он сдохнет. Давай, вылази. У меня патронов 9 штук осталось. Тут еще не все. Серьезно? Реально, это еще не все? А кто еще остался-то? Блин, ну по-любому какая-нибудь крыса сидит. Нычится за углом, блин.
Не, вот это вот я не понимаю в этой игре серьезно такого отношения. Камон, зачем это нужно? Реально сидит какой-то хер за углом, по-любому. Хрен ты его увидишь, где он. Да, я не знаю, где он. I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Так, ладно. Фу, оказывается, это все было странно. А почему-то не было вот этой дед-камеры в конце с последним выстрелом. Ну ладно. Фу, блять, заебали уже курить. Ну сколько можно, ёбаный рот. Фу, блять, просто бесит это курево. I had to keep on going across the docks. Идем, идем по докам. Так. Malaria tablets might have been more useful out there. Таблетки от малярии, говорит, полезнее были бы здесь. Malaria tablets. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Так, все, надо проходить эту главу. Слишком она затянулась уже. Знаете ли. Так, еще немножечко таблеточек. Тут будет прикольный саундтрек, я помню, да-да-да-да, который я все не мог вспомнить, как песня называется. Но я и до сих пор не помню, поэтому. Это норма. Один выстрел по-тихому, и все. Кто в меня попал? А, понял, все, понял. Попадают эти уроды. Ой, мне хана. Ой, геймовер будет. Ой, геймовер будет. Ой, геймовер будет. Ну, блин, ну почему я все время... Да ладно, он что, плавать не умеет? Вы серьезно, мать вашу? Лол, вообще, блин. Макс Пейн плавать не умеет. Ну, прикол. Умер, блин, от того, что в водичку упал. Просто лол, блин. Че такого-то, блин? Ну, упал в воду, и че? Ну ладно. Блин, ненавижу этот сегмент на самом деле. Он такой дурацкий. А дальше еще погоня эта дурацкая анчарлидовская будет. На катерах.
сейчас начнется от духа. Нет, не падай, Макс, не падай в воду, ну твою мать! В смысле? Лол, а почему тогда прошлый раз умер тогда, я не понимаю. Еще не понимаю. В прошлый раз он тоже в воду нырнул и умер от этого. А в этот раз ему норм было. Очень странная фигня, знаете ли. Ух ты! Нихрена себе, это со скопом. Круто. Очень круто. Блин, топовая фигня. Да хватит нестись-то. Говнаря. Нифига, я не знал, что она со сколпом. Очень топово. Не знаю, другое оружие, что ли? Это тоже оружие. Говнюк. А, вот кто по мне попадает-то. Да нет, бля. Макс, ну что ты делаешь? Давай. Все, пипец. Кончились патрончики. Обидно. Такую штуку патрончики бы я бы пособирал. Блин, прикольный саундтрек такой. До сих пор не пойму, что это. Так, о, подобрал, отлично. Блин, мне казалось, что он реально в воду нырнул и умер. Оказывается, нет. Значит, я, наверное, не от ныряния в воду умер. А от чего-то другого, от выстрела, скорее всего. Блин, прикольно, что они дают тебе на дистанции пострелять. Пасис. Давай. Валился он, нет? Или там кто-то еще остался? Ау! Хрена себе, я не видел тебя, чувак. Сорян. Не заметил. Нафиг где? Еще кто? А, да, я помню. Там чуваки появятся вон с той стороны. Да. Это я помню. Так.
еще кто? Да, я помню, что... Ай, твою мать, да сколько вас? Пилики, блин. Не, все, этот момент я больше проходить точно не буду никогда. Неважно, как у меня в этот раз. Запись все пошла. Вообще пофиг. Слишком пассивный момент. Чересчур, чтобы его перепроходить по 100 раз. А, вон он, бля. Я забыл про них совсем. Блин, охренеть, куда все лезут, а? Он еще живой, что ли? Блин, вон там чмошник сидит, прикиньте. Башка выглядывает. Все, больше не выглядывает. Но он сидел там все это время. Та партия врагов уже умерла, а он там все еще сидел. Можете себе представить этот кал? Все, она. Так, ну я надеюсь, это точно все. Я, блин, очень надеюсь, что это все. Надоел этот сегмент, мягко говоря. Так. Главное, я не знаю, где сейв здесь был. Может, в самом начале, блин. Все это переигрывать вообще не хочется ни разу. Еще живой урод, блять, скотина, а? Вот как они выживают после 10 хедшотов в голову? Пипец, все, у меня хана. Так, где он? Ау-ау-ау. Да хорош меня обстреливать со всех сторон, блядь, ублюдки. Ну. Стреляй, Макс, стреляй в него. Почему он не стреляет? Лол. Ну, это прикол, я нажимал на стрельбу, это вообще чушь какая-то. И откуда я начинаю? О, господи. Какой пассис, реально, блин, ну что это за... Бред. Ну ладно, не так далеко, в принципе, окей. Да залезь ты, господи. Все равно далековато, конечно. Так, я помню, тут еще стоял один. Да, он до сих пор сидит там. Охренеть можно. Лол, вообще просто. Сидит, главное, не вылазит даже. Молчит просто. Как будто его и нету там. Крутяк вообще. Так, ладно. Не, блин, в прошлый раз я как-то быстро прошел этот момент. В этот раз что-то совсем сложно. Так, все, я бегу туда, обратно. Его нафиг, чуваки. С этой позиции вообще неудобно перестреливаться. Так.
Да, блин. Они так выжидательную такую тактику занимают здесь, что это прям жесть какая-то. Неизвестно вообще, он убил ты их, не убил ты их. ХЗ, короче. Сейчас там еще толпа целая вывалит, блин, я помню. Параша. Да-да-да-да-да. Все, я убежал отсюда. Идите вы нафиг, чуваки. Я буду выжидательным сам занимать позицию. Где они? А, вижу. По яйцам, ублюдки. Мужланы. Так. Где еще? Ну, это ж не все, хорош. Я знаю точно, что не все. Не было же последней этой килл-камеры. Bullet time камера. Блин, опять где-то засел крыса. Ой, да хватит респавниться, а? Ну сколько можно? Они оббегают, да, с этой стороны меня? Пиздюки, блин. Ну давай, вылази, твою мать. Где они? А, вижу, вижу. Давай, беги уже сюда, где-то там. Чего, блин? Наконец-то! Фу! Какая, блин, жопа. Все, больше я никогда не буду... Чего? Кто? Все. Наконец-то. Не, этот момент я больше точно проходить не буду никогда. Спасибо. С меня хватит этого пассиса. Сейчас еще длиннющий сегмент погони на этом, на катере, блин. В стиле Uncharted. Ну ладно, это такой веселый сегмент хотя бы. В сравнении с этой беготней по берегу. О, господи. Ужас. Пиздец, какая жесть. О. Вот насколько короткий и маленький и вообще пиздюшный просто сегмент в Джерси был. Как, практически, как я не знаю. Ну, понятно, что это воспоминания, понятно, что это не основной, как бы, сюжет. Типа, memories, все такое, но... Как бы мне хотелось, чтобы вот... Вот этот сегмент и предыдущий поменялись местами по времени. Вот, реально, это было бы очень круто, но... Но, к сожалению, это так не работает, поэтому... Мы имеем сегмент с болотом размером в час и 10-минутный сегмент с Джерси. Ладно.
Ну, благо он почти закончился. Осталась только веселая часть. Какой дэмэдж? Все нормально, а что? Куда? Где? Чего? Я не вижу. Да я не вижу нихера. Да, хотя. Этот сегмент веселый хотя бы. Более-менее. Я могу немножко отдохнуть. От духоты. А, сейчас будет бросаться этим говном. Да, я помню. Чё мне стрелять-то? Ай, твою мать. Да чё, ай, чё я могу сделать-то? Ну, кстати, в прошлый раз я здесь ни разу не это, не зафакапил, по-моему. То есть у меня вообще без единого там фейла я прошел. В прошлый раз. Блин, это золотая вот эта пулемет. Вообще четкая тема. Ай, взорвался все-таки. Да ладно. Обидно. Да, тот ран был получен. Да ты сдохнешь или нет, говнарь, ты сам. Господи, эти бразилы, у них вообще мозгов в голове нет, им пофигу, стреляй, не стреляй. Нет. Вот так я прям такой. Пиздец, блин, столько дамага жру, просто мрази, блин. Классный золотой пулемет. Все, пиздец, все равно. Стреляй, ёпты. То есть взрывайся, в смысле. Наконец-то. Да. Веселуха, веселуха, что вам сказать. That's fun. That's fun. Не, ну реально, это даже без преувеличения говорю, мне реально нравится этот сегмент. В отличие от того же Uncharted, за которым я этот сегмент, как правило, с погонями, он мне больше раздражает. Этот сегмент мне почему-то... Хотя это, в принципе, то же самое, один в один. Но здесь этот сегмент мне почему-то нравится. Не знаю. Может, я просто Uncharted не люблю. КЗ. Хм.
Или мне Дрейк не нравится просто как персонаж. Тоже как вариант. Макс все-таки поприятней будет. Ну, на мой взгляд. На мой вкус, конечно. В общем, норм такой сюжет. Сегмент. Так, сейчас остается последний момент, я помню. Да-да-да. Мысли. Лол. Мне даже управление не успели дать. Уже взорвали, блин. Че это за херня такая? Дайте мне хотя бы управление, может, нет? Че это за бред? Крутяк. Где? Да, я еще видел чемпиона в тумане. Болотном. Давай, 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 давай! Давай! Я помню, сейчас еще будет такой душный момент, где надо будет стрелять всех тоже в слоумо. Ну такой последний сегмент. Финальный. И все равно не спасут они ее, блин. Даже после этого момента. На Фабиано. Сейчас надо будет всех убить в один момент. Тоже эпичный момент, на самом деле. Такой прям он. Таких уже штук 5 было, наверное. Блин, я не вижу вообще, в кого стрелять. Да, зафейлил. Главное, что сейв был прям тут. И это круто. Можно даже снова и снова играть. Все? А, то есть мне даже... А, мне даже не всех надо убивать. Мне надо определенное количество человек убить просто. Понятно. Ой. Да, пасис. Еще какой пасис. Ну вот, собственно, да, это вот, на этом заканчивается эта глава. И сейчас я, наверное, на сегодня закончу стрим. Ибо я уже подустал. И я практически прошел столько, сколько я прошел в прошлый раз до того, как стрим зафакапился у меня. Так что да. Сейчас досмотрим катсцену. Я закончу стрим сегодня.
я совсем забыл про этот уровень с офисом. Что-то мне как-то из памяти вылетел. Ну да, сейчас будет уровень с офисом. Потом только вот то место, на котором я, собственно, и остановился в прошлый раз. Так что офис будем проходить в следующий раз. Блин, так хочется скипнуть эти катсцены. Я уже стал смотреть, как Макс бухает, блин. Ну сколько можно? Камон, чувак. Я понял, он алкоголик, господи. Ну сколько показывать-то это можно? Хоть показали бы сон какой-нибудь прикольный, я не знаю. Как в первых двух частях. Чего же нету, блин? Сидит, бухает, блин. В трусах, блин. Шо в этом интересно? Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Блин, эти катсцены еще полчаса будет, я помню. Ох, господи. Hey, Max, what is it with you in interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really? I'm not in the mood. Hey, sorry, bro. Boss wants to see us, so let's go. Come on. What time, man? Unbelievable. Jesus. I heard that. Так, шестая глава. А, получается, я на седьмой остановился. Я шесть глав прошел. Ясно, ясно. Ясно, понятно. Você estava aí? O que, que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Ah. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save. I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town, a lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. Feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing for sure. But now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky. Get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, Pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Sr. Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man. Poor country. The men I talk to, they only see money. Not my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar. Senhor,
Temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building, and the office won't lock down. Опять этот нелепый чебурашка в очках. Блин, какой он стрёмный, пипец, вообще. Персонаж, блин, просто... По-моему, смешнее чувака вообще невозможно нарисовать, блин. Это просто пипец. Не могу сдержаться просто без комментариев. Это жесть. Ладно. Давай. Все, заканчивайте катсцену, ребята. Давайте. Be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Все, игра сохранилась. Ну а продолжение будет завтра. Все, на сегодня хватит. Достаточно, я уже сегодня поиграл. Практически вернулся на то самое место, где я остановился на фавелах. Ну, это следующая глава. Вот. Так что в следующий раз допройдем эту главу, и уже будет практически слепое прохождение, и опять заново начнется. Очень надеюсь, что опять же будет все без глюков, без тормозов, без спайков, без всякой этой фигни, которая была в прошлый раз. Поэтому, да. Ладно, все. Сегодня точно все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. До завтра.